Итак, друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Вот, на этот раз ко мне приехала зарядка Litocalo Li500. Вот, сейчас можете видеть, да, она ко мне приехала за 32 дня. Вот, трек номер CN, Китай, то есть, ну да, долго ехала, то есть, Китай, в принципе, ну, такой трек номер подчеркивает свою доставку. Вот. Давайте, короче, как обычно, раскроем посылку, да, посмотрим ее целостность, протестируем. Вот такая вот упаковочка. В принципе, с виду все нормально с упаковкой, то есть она не помята, ничего. Сейчас посмотрим, как она внутри. А внутри оказалась помятой. Ну, это нормально на самом деле. Получается, вмятина только с одной стороны. Я думаю, она ни на что не повлияет. Вот, то есть такая вот красивая вмятина. Кто-то ее, наверное, киданул хорошенько. Вот, здесь у нас представлена картинка, да, с самой зарядкой. То есть USB-шка, вход для адаптера, чтобы у нас зарядка работала, да. Так вот, небольшое подписание сразу, да. Здесь у нас, то есть, все обозначения, да, имеет 4 слота. Все дела. Также габариты. Здесь у нас все описание, да. То есть вход 12 вольт, 2 ампера зарядки, да. Также есть выход, да. Все это указано. Имеет свойство, да, пауэрбанка, да, работать. Да, все очень круто. Также есть штрих-код, на котором можно проверить ее оригинальность, я так думаю. Давайте, короче, вскроем, да, посмотрим. Кстати, хочу сразу сказать то, что я взял полную комплектацию. Дело в том, что комплектация, допустим, с одним адаптером, да, не сильно отличается от комплектации с адаптером и зарядкой для прикуривателя, для автомобиля. Поэтому я взял последний вариант, так как он отличается по деньгам где-то на рублей 40 всего, если не меньше. Вот, почему бы нет? То есть в автомобиле, скорее всего, может пригодиться. Мало ли, в дороге, да, подзарядить. Вот такой у нас есть мануальчик, да, сразу можете видеть. Мануальчик у нас получается на китайском и английском языках. Русского языка здесь нету. Да, тут все описания. Вот сразу можете видеть, да, зарядка от прикурителя для автомобиля. Так вот, как я называю телефонные проводы. Так упрощенный, да. Дело в том, что, да, вот если честно, да, я бы посоветовал взять хотя бы вот с этой зарядкой. То есть не обязательно автомобильную брать, да, но с этой зарядкой обязательно. Потому что если вы возьмете чисто одну зарядку, да, есть такой пак, чисто одна зарядка, то тогда вам придется приобретать где-то такой зарядник, а в вашем городе, я думаю, скорее всего, его может не оказаться. Поэтому ситуация будет очень такая плачевная. Поэтому ссылку я, разумеется, оставлю в описании, да, и советую брать именно хотя бы с этим адаптером. Вот можете видеть характеристики адаптера, да, вот вход, да, получается... От 100 до 240 вольт. Переменка. Выход 12 вольт, 2 ампера. Все у нас как бы соответствует. Ну, разумеется. Вот сама зарядка. Так, это я сразу беру коробочку. Вот такая вот у нас пупырка, да. Чтобы зарядка приехала в целости и сохранности. Вот сама зарядка. Сразу видим визуально, да, то, что наша зарядка без... дефектов вроде как, то есть все круто, да. Здесь то же самое, что и на вот этой вот упаковочке, да, получается сверху те же самые характеристики, да. Так вот, как я сказал, то что эта зарядка может не только заряжать ваши аккумуляторы, да, с выбранными, получается, позициями, да, от 300 миллиампер до 1000 на все 4 слота выбирается, каждый индивидуально. Она также может выступать у вас в роли пауэрбанка. Вот, но дело в том, что она может выступать в роли пауэрбанка, только если у вас стоят аккумуляторы литионный, да, 18650. С остальными аккумуляторами я не знаю, на самом деле, будет ли она работать в плане пауэрбанка. Вот, в режиме. Вот как раз-таки вход для того, чтобы использовать ее как пауэрбанк. Это у нас как раз-таки вход для адаптера. Чтобы у нас зарядка заработала, да, чтобы она у нас заряжала.
Многие жалуются, да, как я узнал, то, что когда вставляете аккумуляторы, да, их вставляете не вот так вот, да, получается, как обычно привыкли все, да, а вот именно вот так вот. Да, то есть соглашусь, что это не совсем удобно, да. Хотя я, ну, впервые покупаю себе такие зарядки, да. То есть, ну да, на самом деле можно было и купить очень давно еще, да. Вот. Но я решил ее купить только вот сейчас. Соизволил, так сказать. Тут у меня, короче, моя Рекса, да. Я также купил эту зарядку для того, чтобы можно было без проблем, да, то есть с выбранным функционалом, да, с выбранными токами, да, зарядить аккумуляторы, то есть во избежание перезаряда, да, и так далее, чтобы можно было все контролировать, да, сам заряд. Это очень удобно, на самом деле. Так, давайте, короче, ее подключим, да, проверим этот адаптер, да, для сети. Разумеется, адаптер для прикурителя я не смогу проверить, потому что автомобиля сейчас нету, да, поблизости. Вот, так что давайте, короче, подключим ее, да. Вот видим, загорается. Загорелся у нас дисплейчик. Так, сразу видим обозначение, да. Так, чтобы было сейчас видно, да. Вот видите, да, плюс снизу, да. Минус, значит, сверху. Аккумулятор, да, вот он плюсовой у нас, контакт. И вставляем. Сразу у нас загорелся первый слот, да. И здесь вот можем выбирать токи зарядки, да. Вот 300 миллиампер, да, 500, 700 и 1000. Здесь же можем в разделе мод, да, выбирать обычная зарядка, да, быстрый тест и Nordtest. Так, сейчас автоматически выбрался Nordtest, да, то есть спустя 8 секунд, да, если вы ничего не нажимаете, да, то как раз-таки у нас выбирается автоматически последняя выбранная настройка. Сейчас мы заново его вставим, да. Вот у нас загорелся, да, вот выбираем обычная зарядка и, допустим, такие маленькие токи, да. Сейчас пройдет 8 секунд. Как заверяет, да, производитель. И вот у нас пошла как раз-таки зарядка. Вот показываю, да, составляющую нашего аккумулятора, да, 3,42 вольта. То есть аккумулятор разряжен, потому что полный его заряда показывает где-то 4,2, насколько я помню. Вот. Ну и все в таком режиме получается. Показывают у нас махи, да, емкость нашего аккумулятора. Показывают часы, вот сколько часов будет заряжаться, да. Также хотел попробовать, помимо аккумуляторов 18650, да, хотел попробовать вот такие вот старые добрые аккумуляторы, как они будут заряжаться. Вот можете видеть характеристики, да, этого аккумулятора. Вот у нас аккумулятор емкостью 2200, да, 1,2 вольта. Вот, давайте, короче, его попробуем вставить, да. Посмотрим, давайте вот в третий, да, допустим, вставим его. Вот у нас показывает 1,22. И как раз автоматически опять же выбрался, да, я, то есть не успел переключить. И на 500 миллиампер началась зарядка. Собственно, все заряжает, да, все работает. Можно, в принципе, попробовать и другие слоты, да. Как они будут работать. Вот, допустим, второй. Смотрим, опять же, настройка, да. Опять же, допустим, вставляем 300, да, и ждем. Да, все пошло. Это можно пока убрать. Видите, то есть, да, как бы я убираю все это, регулирую, да, получается. И все срабатывает идеально и быстро. Все, пошла зарядка. Вот, давайте, короче, сейчас попробуем использовать данную зарядку в виде пауэрбанка, да. Кстати, хочу сразу сказать то, что в виде пауэрбанка, да, зарядка у нас не будет работать, если она подключена к сети. То есть нам нужно из сети ее вырубить, да. Вот, кстати, видите, тут все сразу настройки. Пока, видите, да, как раз значок загорелся.
То есть как раз можно использовать в виде пауэрбанка, да, то есть значок USB-шки. Допустим, вставляем два аккумулятора, да, то есть вот, берем USB-шку. Сейчас мы вот так вот воткнем, да, и допустим поставим на зарядку. Так, давайте еще раз, короче, продемонстрирую, да, чтобы увидели, что она действительно заряжается, действительно работает. Вот я поставил, да, и зарядка как бы пошла. То есть экшн-камера включилась, и видим у экшн-камеры снизу значок на зарядке. То есть в роли пауэрбанка зарядка работает действительно. Вот. Хотя, да, и экшн-камера заряжена полностью. Тем не менее, работает все равно. Она будет подзаряжать. Вот, то есть, как бы это все отлично на самом деле. Можно было также еще проверить, сколько она отдает, да, заряда. Вот. Дело в том, что здесь указано, что, так скажем, в режиме пауэрбанка, да, максималка это вот 5 вольт, да, и 1000 миллиампер, то есть 1 ампер будет отдавать. Но не забываем то, что на каждое устройство, да, сколько оно хочет, столько оно и возьмет для, собственно, заряда, да, получается. Не обязательно все устройства будут брать именно по максималке. Можно взять тестер, да, и проверить. Так, вот я, короче, взял тестер, да. Сейчас мы можем его подсоединить и как раз наглядно посмотреть, сколько то или иное устройство будет, да, брать заряда. Но опять же говорю то, что для каждого устройства, да, сколько ему нужно, столько и возьмет. Вот здесь, допустим, экшн-камера берет 0,60, да, от 0,6 до 0,8 где-то ампера. Вот, то есть 1 ампер она не берет, то есть ей столько не нужно. Вот, так что все можно проследить, да, вот 5 вольт и 0,60, 0,50 ампер. Вот, так что все работает отлично. Так, сейчас ее, короче, воткнем обратно. Вот она сразу показывает почему-то четвертый слот, а не второй. Допустим, 700 поставим, да. Если вот, кстати, вот Fast Test, да, он довольно быстро срабатывает, прогоняет аккумулятор, то есть заряд и разряд. Если же поставить нормальный тест, да, то будет заряжать и разряжать очень-очень долго. Вот, и в общем говоря, я зарядкой доволен, да. Все 4 слота я проверил, они все рабочие. Вот, как минимум 2 вида аккумуляторов срабатывают в плане зарядки. То есть это все радует, да. Вот. Так что очень хорошее приобретение, да, потому что как бы тенденция идет вверх, да, получается, не стоят на месте. И многие устройства, да, допустим, переходят как раз-таки на аккумулятор 18650, да. Могли же видеть, да, получается, мой прошлый обзор. Не так давно снимал обзор про налобный фонарь, да, там тоже используются аккумуляторы 18650. И как раз-таки хочется заряжать такие аккумуляторы очень достойной зарядкой, да, то есть с детальной регулировкой заряда. И также можно протестировать аккумуляторы, да, то есть по емкости. Также можно их разрядить и зарядить. Также можно использовать как пауэрбанк, тоже очень хорошее достоинство. Так что я полностью заказом доволен. Мне все нравится, все работает. Ну, надеюсь, то, что зарядка от прикуривателя тоже работает. Вот, как бы. Тут можете видеть, да, то, что поддерживает огромное количество аккумуляторов. Не знаю, практически, может быть, даже все аккумуляторы, какие есть. Вот. Ну, кроме там толстых, да, или кроны. Вот, разумеется, такие не поддерживают. Так что, в принципе, мне сказать об этой зарядке больше нечего, да. То есть, все сами видели, да. То есть, все работает, все заряжает. Мы все, как бы, с вами протестировали. Вот. Так что, заказом доволен. Я буду рекомендовать этого продавца. Вот. И, короче говоря, кому понравилось видео, да, у кого есть какие-то все-таки остались вопросы, да, пишите в комментарии. И спасибо за просмотр. Всем пока.